Теперь можно впервые разобраться с тем, что же сделал немцы. Вот смотрите, у нас с вами прошло некоторое количество времени на то, чтобы разобраться с самыми главными понятиями генетики. При этом, как наработано? К вам пришел некий учитель, что записывайте. Вот это так, а вот это так. Вы записали, выучили и попробовали эти воспользоваться. У большинства получилось. А теперь скажите, а тут дядька учитель узнал? Какой дядька учитель? А самый первый дядька учитель откуда узнал? Сам придумал. Во сне. Его приснилось это. Все ясно. Божественное откровение получил. Вот такая ситуация, когда знание человека приходит во сне, действительно, в ряде случаев в науке это известно. Известна такая байка про Менделеева, которому во сне приснилась таблица Менделеева. Только учтите, что приснился-то не таблица Менделеева, а что? Как у порядочек. Менделеев очень любил играть в карты. И во сне ему приснились руки, которые раскладывали пасьянс. Что такое пасьянс? Понимаете? Да. Ага, славно. Только на всех картах изображены не короли, дамы, вальты и вся прочая картофельная символика, а значки химических линий. Вот такой пасьянс, разложенный из значков химических линий. Когда он проснулся, он понял этот сон и попробовал разложить химические элементы, значки химических элементов в определенном порядке, а именно в порядке возрастания атомной массы. И в результате что получил? Таблицу. А, да, ну учтите, им приснился не таблица, им приснился образ, который помог ему в дальнейшем идти на идею таблицы. Совершенно такая же история была с известнейшим химиком Кеплером. Дело в том, что очень долго не могли себе представить структурную формулу вещества, которое называется бензол. Бензол. Химический состав бензола был понятен, но он полностью противоречил всем представлениям о ковалентных связях. А каком его был? Бензол С6H6. А трехвалентного углерода в органике не бывает. И попробуйте составить структурную формулу, а у вас ничего не выйдет. А Кеплеру приснился один из древних символов алхимии – уроборос. Уроборос – змей, кусающий себя за собственный хвост. Символ замкнутости цикла. Символ того, что начало процесса одновременно является его концом. И Кеплер предположил, что в бензоле атомы углерода соединены примерно вот так. Шестиугольный цикл. Каждому углероду привязан свой водород. Вот так. В этом случае, углерод я не изображаю. Всем понятно, где углерод. Вот они углероды. Но в этом случае какая валентность оказывается в углероде? Три. Валентность оказывается 3, не бывает. Кеплер предположил, что четвертое облако у каждого углерода идет вот так, а в результате эти облака вот так перекрываются, вот они, над кольцом и под кольцом у соседних углеродов. И вот этого предположения позже с блеском подтвердилось. Углерод таки четырехвалентным оказался, но это новый тип связи, который как раз здесь был открыт. Я вам этот пример привел для того, чтобы вы поняли, что на самом деле знание в готовом виде никому никогда не снится. Может присниться некоторый образ, который, если человек напряженно думает на эту тему, будет являться, грубо говоря, подсказкой. Подсказка решения. Вот это бывает. А вот так, чтобы прямо в готовом виде формулировка, доминантом называется аллель, который проявляет, строит свой ген где-то ребут. Ну хорошо, я заснул, мне приснилась такая формулировка. Она для меня хоть что-то значит? Нет. Конечно, ничего не значит. Ну и откуда же первый дядька-учитель взял представление о главных терминах и главных правилах генетики. Конечно, эксперимент. И вот это очень интересная, очень поучительная история, очень грустная история, которая регулярно повторяется в истории науки. Такая судьба, кстати, была у
открытие знаменитых остатков Питиканте, Евгения Дюбуа, у голландского врача. Абсолютно та же самая история, что произошла с Георгом Менделем. В истории науки часто бывает. Сначала слушать, а потом будете спрашивать. А перебивать не стоит. Георг Мендель. Серединка 19 века. Георг Мендель происходит из небогатой австрийской семьи. Он, на самом деле, чех. Просто Чехия входит в состав Австро-Венгерской империи в это время. Живет он в городе Брно. Очень увлекается биологией, а точнее ботаникой. Но денег на университетское образование у семьи нет. Хорошо, а как по-вашему? Вплоть до начала 20 века в Европе где делалось наука? Нет, вот кроме как университета. Ясно, что сотрудники университета занимались разработкой самых разных теорий. А еще, где работали ученые? По домам. По домам. Были такие, но их не очень много. Придворные были, придворные, особенно раньше, в Средневековье. Были придворные алхимики, были придворные астрономы и астрологи, запросто. А еще могучие центры развития науки. Монастыри. В монастырях сделано огромное количество первоначальных открытий, которые потом легли в качестве фундамента в основании физики, химии и так далее. В частности, все первичное исследование электричества, все первичное исследование химических свойств веществ и так далее. Монастыри. В монастырях опять не только молились Всевышнему, но еще и постигали замысел Творца, то есть исследовали окружающий мир. И принципиально не важно, как человек относится к этому миру. Считает ли он его естественно произошедшим, или возникшим в результате акта творения, это из 25-го. Но если человек стремится разобраться в мире, то такой человек называется ученым. Потому что монастырская наука во всем позднем Средневековье и в начале нового времени сыграла очень важную роль. И вот Георг Мендель был монахом, и занимался он опытами с растительными гибридами. Проблема, как передаются и какие законы при передаче признаков родителей к детям, эта проблема интересовала людей всегда. И вот в 19 веке в Европе возникли две разные непримиримые научные школы. Первая называлась ависты. От латинского корня ovum – яйцо. И ависты считали, что все признаки потомства получают только по материнской линии. Что все наследственная передача только через яйцеклетку. А сперматозоиды – это не более чем кнопка Enter, как мы сейчас сказали. То есть сигнал к началу деления, сигнал к началу развития. Вот есть яйцеклетка, в которой собраны все наследственные признаки, пока нет сперматозоида, она просто не делится. Прибежал сперматозоид, привет от Сидорова, слился яйцеклетка, она стала делиться. Но признаки-то все содержались в яйцеклетке. И ависты приводили огромное количество примеров, когда, да, действительно, признак передается только по женской линии. Мужская линия никак не влияет на признаки потомства. Огромное количество примеров, они счастливы. Можно провести эти эксперименты, убедиться, что да, оно действительно так и есть. Им противоречили анимулькулисты. Ну и кого начинают с 18 века в науке называют анималькулями? Зверюшки. Зверюшки Левенгука. В частности, ну то есть одноклеточные анималькули. В частности, в своей книге, описывающей результаты наблюдения одноклеточных, анималькулями Левенгук назвал сперматозоидов. Ну, потому что они очень шустрые, там бегают, их видно. Да, вот такая одноклеточная зверюшка, которая куда-то там бежит. Догадайтесь, анималькулисты считали, что все наследственные признаки потомство получают от кого? Только по мужской линии. А яйцеклетка – это просто запас питательных веществ. Там вообще ничего не написано, то есть это склад. Пришел носитель наследственных признаков.
слился с яйцеклеткой, со складом, и в этих условиях можно программу использовать для построения. И аномалисты тоже приводили огромное количество примеров, когда признак передается только по отцовской линии. Какие там признаки были с материнской стороны, совсем не важно. И спорили эти две школы между собой до коммутирования. Но это из них не было. Разумеется. А дело в том, что даже спор вообще не разрешается. Если вы в подтверждение своей точки зрения приводите несколько примеров, это еще не есть основание для принятия вашей точки зрения в качестве основы. Но любой пример отсюда можно найти контрпример отсюда и наоборот. И так можно до бесконечности вести спор. Мендель в своей работе решил вообще не обращать внимания на то, кто там папа, кто там мама. И папа и мама – это родители? Да. Родители. Поэтому назвал их одним словом parents. Ты посчитал, что давайте мы вообще не будем обращать внимания на то, кто папа, кто мама. И как строил свой эксперимент? Надо сказать, что ему жутко повезло с экспериментальным материалом. Если бы он выбрал другой материал, он бы ничего не получил. Но Мендель работал с горохом. А вы увидите, через некоторое время увидите, почему это оказалось настолько важно. Он решил разбираться не во всяких сложных и интересных вещах, а в самых простых. Как по-вашему, он был прав или не прав? Может, лучше было сразу чего-нибудь интересного и сложного начать? Нет, не прав. Сложный случай вы с самого начала не распутаете, наверняка. Он так и называется сложным. Сначала, на начальном этапе исследования, будьте добры, выделить самые простые случаи и работать, разобраться сначала с ними. Ну, Менделю, еще раз я говорю, действительно повезло. Он с самого начала натыкается на простые признаки. Работает он с двумя разными сортами горох. При этом один сорт, давным-давно выведенный людьми, всегда дает только желтое горошина. А второй сорт только зеленый. Он взял скрестение. Это работал с двумя разными сортами горох. А теперь давайте вспоминаем. Чистый сорт. А и тот чистый сорт, и этот чистый сорт. А ну вспомните определение чистой линии. Какие организмы называются чистой линией? Да, давайте. Те, у кого разумели только эти признаки. Носители только такого признака. Отлично. Итак, здесь все предки давали только желтое горошинное, а здесь только зеленое. Отлично. Опылил пыльцой этого сорта этот сорт, а на другой грядке сделал наоборот. Взял пыльцу от зеленого сорта и опылил этот сорт. Результат получился совершенно одинаковый. Родители были вот этих двух типов, а все F1 гибриды, когда созрели, оказалось, что образуют только желтые семена. Желтый, дымный. Это вы теперь знаете. А тогда? Тогда два разных предположения можно было сделать. И первое предположение, которое всегда делали до Менделя, что на самом деле, что произошло? Эти ребята, F1, получили признаки только от одного из родителей, а второй просто ничего не передал. У F1 признаки вот этого проявились или нет? Но он менял местами. Ну и что? И в любом случае, хорошо, когда он менял местами, выяснил, что не важно, кто передает, папа или мама. Но в любом случае, передал только желтый родитель. Зеленый передал? Нет. Когда? Кто говорит так? Ну, ты знаешь, что... Стоп. Еще раз говорю, вы знаете, потому что я вам сказал, а вдруг я набрал. Я сейчас описываю эксперимент. Человек это дело руками своими делает. И он видит, что все F1 только желтое. Напрашивается какой вывод? Зеленый просто ничего не передает. Может еще попробовать желтый себя уже смешать? Значит. Ну и второй вывод на самом деле. Как по-вашему, он более очевидный или более сомнительный? Что может быть зеленое тоже передали, просто этого не видно. Это более очевидный или более сомнительный? Намного более сомнительно. До Менделя вообще почти никто и не задумывался, что может быть такая скрытая передача.
как Мендель решил проверить. Он еще раз желтый дозу, да, он получил. Значит, он что сделал? Он взял, он рассуждал вот так. Ну, во-первых, очевидно, что желтый родитель свой признак потомку передал. Назовем такой признак доминантным и обозначим его буквой А большой. Да? Поскольку все до одного предки этого родителя имели такую же окраску, то этот родитель от папы какой признак получил? Доминантный. И от мамы доминантный. А это значит его формула какая? А большой, А большой. Отлично. Хорошо. А теперь допустим, что все-таки зеленый передал. Мы просто этого не видим. Такой признак, который не заметен у гибрида, Мендель предложил называть рецессивным и обозначать его А маленькая. Но дело в том, что это тоже чистая линия. Значит, этот зеленый предок какую генетическую формулу имеет? Рецессивный. Он вот такой. Какие половые клетки может образовать вот этот? Только вот такие, а это? Только вот такие. У него просто нет другой записи признака. Как проверить, есть ли передача вот этого скрытого признака зеленого? Скрестить двух F1 друг с другом. Ну, надо сказать, Мендель работал с растениями, поэтому это не очевидно. А если бы он работал с животными или, не дай бог, с людьми, что реально делается вот в этой серии? Кого с кем скрещивают? Есть родственные скрещивания. Понятно, что родных братьев с родными сестрами. Понятно, что эти члены одного поколения. Да. Это понятно? Да. Хорошо. У растений это запах кожи. Исключительно часто. Хорошо, сделаю такую вещь. А теперь? А вот теперь... Это вам хорошо, вы все знаете про Мейоз. А в мендельские времена про метоз Мейоз кто не слышал? Да, даже я знаю, что это такое. Нет, и слов таких не было, и про ядро ничего не знали. А дальше Мендель делает совершенно гениальное предположение. Ни на чем не основанное. Вот просто на чистой теории, на логике своего рассуждения. Делает следующее предположение, что наследственные признаки в телах взрослого организма могут быть перемешаны. Ну вот какое это? В теле у этого папина программа может быть смешана с маминой программой. Но при производстве половых клеток, гамет, в каждую гамету уходит не вот такая смесь папина плюс маминой программы, а только один вариант. Назвалось предположение Мендель гипотеза чистоты гамет. Гаметы чисты. В каком смысле? В них нет смешанных аллелей. Каждый ген представлен только одним единственным аллелем. Это Мендель выдвигает гипотезу чистоты гамет. А это значит, если гаметы чисты, то все ли гаметы друг у друга будут одинаковые? Нет. Половина гамет, какой аллель будет нести? Доминантный, а вторая половина гамет – рецессивный. У этого друга? Ровно так. А после этого… Да. А после этого Мендель сначала получил практически у себя на грядке результат, а потом подтвердил его математическим расчетом. Как по-вашему, при скрещивании этих двух гибридов и при получении F2, что он потом с F2 получит? Зеленый или желтый? Зеленый и желтый. А в каком соотношении? При этом 3 больше кого? Желтый. Один зеленый. Вот это соотношение и получил название первый закон Менделя. У первого закона Мендель есть несколько разных формулировок, которые дает сам Мендель, звучит следующим образом. При скрещивании двух гибридов, полученных при скрещивании двух разных чистых линий, потомство F2 в фенотипе будет иметь расщепление признаков,
соотношение 3:1, здесь описывается вся история получения этих гибридов. При скрещивании гибридов, полученных за счет скрещивания двух разных чистых линий, потом за 2 получается. А кто догадался, как можно значительно короче дать формулировку, не ссылаясь на эту всю историю? Можно очень короткую формулировку дать. Все, отлично, отлично. Неважно, как эти организмы получены. В любом случае, при скрещивании гетерозигот в потомстве будет расщепление фенотипов в соотношении близкого к 3:1. Вот это первый закон мира. А это были еще какой-то? О, а как же? А как же? Ну, сейчас разберем один из случаев. Вчера при начале разбора генетики, вы как раз мне задавали такие вопросы, когда разбирались с тем, что такое доминантный, что такое рецессивный. А потом, вроде бы в этом случае получим видимое нарушение первого закона Менгера. Садовые цветы называются ночная красавица. Ну, кстати, здесь я в нескольких присадничках видел. Немножечко похожие цветки на душистый табак. Открываются как раз ночью. Днем цветы закрыты. Есть несколько разных сортов ночной красавицы. При этом, если взять чистый сорт красный, мы знаем, что это чистый сорт, и скрестить с чистым сортом белый, то в F1 вы получите неожиданный результат. Розовый. А если двух розовых скрестить друг с другом, то F2, если кто-нибудь понял, откуда взялся розовый, попробуйте сказать, что мы получим в F2. Давайте, Володя. Там получилось из-за того, что там были одинаковые доминантности и рецессивности. Именно так. Аллеи, диктующие красную окраску, аллеи, диктующие белую окраску, не очень сильно отличаются по степени доминантности. Проявились примерно с одинаковой силой оба. В результате какой признак построился? Промежуточный. Кто догадался, как будет выглядеть потом F2? В каком численном соотношении какие группы появятся? Один красный, один белый и два. Именно так. Соотношение 1:2:1. Обратите внимание, ведь это не менгельское соотношение. Менгельское 3:1. А здесь мы получили 1:2:1. Является ли этот случай нарушением первого закона Менгера? Нет. Нет, не является. Не является, потому что это ровно тот же самый случай. Вот они, 4 ячейки. Да? Просто, кто стал розовым? Розовый – это гетерозиготы. Это те, кто несет и папин, и мамин вариант аллеля. А красные и белые – кто? Это доминантные рецессивные гомозиготы. Вот в этом случае не ставится значок, а большое амалое. А большое амалое показывает, что один существенно более доминантен, чем другой. А большой и большой? Нет, не так. А первое и А второе. Понятно? У них одинаковая степень доминантности. Поэтому гетерозиготы, как бы это обозначается, А первое, А второе. А первое, А второе. В результате красное это кто? А первое, А первое. Розовое это кто? А второе, второе. А розовое. А первое, А первое, А второе. А белое. А второе, второе. А второе, второе. А таблица то же самое. Абсолютно. Вот эти две клеточки розовые. Смотрим, как они получаются. А вот как они получаются. Вот это первое, первое. Какого цвета? Первый. Какого красный. Цвета? Красного. А первое, а второе какого цвета? Розовый. Розовый. А первое, а второе какого розовый. Цвета? Розовый. Белый. А второе, а второе белый. Ровно тот же самый расклад. Да? Вот этот случай, он не очень часто, но встречается вполне себе. Будет называться неполное доминирование. Неполное доминирование. При неполном доминировании, как он легко оглавливается по двум признакам.
Во-первых, появляются особи с промежуточным значением фен. Фен не такой, как у обоих родителей, а какого-то среднего типа. А во-вторых, что с численным соотношением? Вот если вы видите в условиях задачки, раскакивают эти два условия, то это значит, вам предлагают задачку на неполное доминирование. Понятно?